Звенит колокольчик, а значит старт дан. Теперь у этих мужчин и девушек есть 10 минут, чтобы как можно больше узнать друг о друге. Место работы, вредные привычки и хобби. Никаких рамок в диалоге нет. Но время истекает, а значит настало время новых знакомств. В итоге пообщаться удается с каждым участником. Уже потом девушки отмечают наиболее интересных собеседников в специальной карточке. Делают это и мужчины. И если симпатии совпадают, то пара обменивается номерами телефонов. А что будет дальше, зависит только от них. Я смотрю на тех людей, которые общаются, они все улыбаются, им радостно, это эмоции, это легкий флирт, никто отсюда не уходит расстроен, все на позитиве, комментарии суперские, просто в группе ребята отписываются. Быстрые свидания или спид-дейтинг появились еще в конце 90-х годов. На Западе этот способ знакомств наиболее популярен у деловых, но одиноких предпринимателей и бизнесменов. Для более традиционного поиска отношений у них просто нет времени, и метод работает. Только за последний год, благодаря быстрым свиданиям, свою вторую половинку в Соединенных Штатах Америки нашли более 200 тысяч человек. И хотя в России, а тем более в Нижнекамске, такой статистики пока нет, результаты есть и у нас. Еще несколько дней назад Сергей и Настя не знали друг друга, пока не решили принять участие в быстрых свиданиях. Настя мне понравилась с первых минут нашего знакомства и общения. Я тоже увидела в нем очень много всего интересного, сразу поняла, что мы сойдемся как-то с ним. Ну, естественно, для нас это было довольно-таки неожиданно. И я, ну, не ожидал, что сюда хорошо сразу выйдет. И в конце вечера для меня было довольно-таки неожиданно, что наши номера совпадут. Ну, и мы понравимся друг другу. Все получилось очень здорово и прекрасно. Отношения у пары только зарождаются. Но хочется верить, что все идеально у ребят будет и дальше. Кто-то ищет свою вторую половинку на улице, в интернете или же на быстрых знакомствах. Главное – результат. Ведь, перефразируя известную поговорку, в любви все средства хороши. Александр Акишин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.